Щемящую душу тему отобразил композитор, не имеющий никакого отношения к союзу композиторов, но приложивший все силы, чтобы жизнь наших пенсионеров сделать хоть чуть-чуть послаще. Но почему у нас не ценят время? Пенсионеры жить уже устали, ведь две войны они перетерпели. Календари свои почти перелистали. Они звонят туда, где их не слышат. Они стучат туда, где их не ждали. Они и так на этом свете еле дышат. А их израненные души все солью посыпали. Не сыпьте соль на рану, народ завыл навзрыд. Не сыпьте соль на рану, она ж сильней болит. Посыпьте лучше сахар, и боль сама пройдет. Не то пошлется нафиг трудящийся народ.